Еще один вопрос. Вот когда украинцы отбили Херсон, да, если взять, да, вот там что-то там по там Песков что-то там мычал. Я не видел здесь, Ну, там я вам не просто показывали. скажу, да, он там говорил, что там Херсон остается там до юра российской землей, да, потому что там типа прошел референдум и так далее. Путин ничего не сказал, да. Ну, народу что-то нужно объяснять. А? Это же как бы лабуду нужно продолжать вешать, и ничего не говорилось. Ваше мнение об этом? Ну, я вот наслышан то, что сказали на Харьковском направлении какая-то там великая перегруппировка, а в Херсоне как жест доброй воли. Но что... Жест доброй воли? Вот, то, что... А жест доброй воли от чего? И на самом деле я даже не знаю, к чему этот жест доброй воли. То есть сначала... Чтобы не, жест доброй воли, чтобы не хватануть до Ну, украинских можно и ВСУ, так да? сказать. Сначала там в городе пошкодить, там побомбить, пострелять, а потом... Вот, пожалуйста, мы его обратно отдаем. Что за движуха? Зачем тогда было заходить, в принципе, изначально туда? Этот Хотите... вопрос, я думаю, то, что решился бы локальный еще, вот, который начался в 2014-2013 году. И все. Сейчас бы мы с вами не общались.